Всем привет из Рима. Мы находимся на станции на железнодорожном вокзале Термини. И сегодня мы поедем в город, который находится в Тоскане и называется Арецо. Это наш поезд, наша Фреччо Регионале. И в этом видео я покажу некоторые фрагменты улиц города Арецо и рум-тур отеля, в котором мы остановились, потому что в этом отеле есть очень красивая терраса с видом на город. Вот мы приехали в Арецо. Сейчас идем в отель. Сюда мы приехали по семейным делам, а не просто так, на экскурсию. Каждый год мы сюда приезжаем. Пропустили только в прошлом году. Это очень милый, уютный городок. И я буду снимать видео, конечно же. Вот железнодорожный вокзал. И вот эта улица. И вот наш отель на этой площади Гвидо Монако. Небольшая прогулка по улицам без показа основных достопримечательностей. Это площадь Сан-Франческо. И город Арецо насчитывает около 97 тысяч жителей. Известен он также как город золота. Я попозже расскажу, почему. И здесь родились и жили Франческо Петрарка. Это итальянский писатель, поэт, философ известный. И Джорджо Вазари, известный итальянский живописец, архитектор. Видимо, шопинговая улица Арецо. Люди прогуливаются. В маленьких городах люди иногда одеваются лучше, чем в больших. Город Арецо разделен на 4 района, которые называются Порто. Порто Кручифера, Порто дель Форо, Порто Сант-Андреа и Порто Санта-Спорто. Dove verde io non vedo. Le bandiere, le bandiere di questo rione. Sono tutto bianco e verde. Вот, смотрите, какие высокие двери. Они отреставрировали. Я помню, она была старенькая, эта арка, эти ворота. И Джорджо говорит, флаг этого района бело-зеленый. Флаги этого района бело-зеленые. Тут такая стена. Посмотрим, какую нам камеру дали. Ну, комнату. О, симпатичная очень.
таких коричневых тонах. Вот такая комната. Вот такая немножко комната. Стол. Посмотрим, какой вид из окна. Ну, вид из окна у нас, наверное, на город. Здесь ванная. Обычная ванная. Без душевой кабины, но... Так вот. Такая панорама открывается на Ареццо, дома. Красивый отель. Все здесь такое в классическом итальянском стиле. Даже лучший вид. Здесь. Сейчас я посмотрю в эту подзорную трубу. Фрески. Да, это люкс. Микеланджело с панорамным видом на Ареццо, Вазари. Нам надо освобождать номер, я ухожу. И мы увидимся с вами в следующем видео в городе Ареццо. Всем пока! Апресто!